Откуда берется комплекс неполноценности? У комплекса гораздо больше последствий, когда человек испытывает это и заниженная самооценка, это чувство постоянной тревожности, чувство испытываемой вины за то, что он, например, не оправдал родительские ожидания. Нормально ли это стремиться быть таким же, как все? В любой среде есть определенные правила. И если человек не принимает себя и не чувствует свою самоидентификацию, он будет под эти правила пытаться соответствовать. То есть как больше внедриться в это общество, чтобы оно было принимаемым. Как не сформировать у ребенка комплекс неполноценности? Если он постоянно критикует и постоянно недоволен, то человек так и будет в себе говорить: со мной что-то не так. Как проявляется синдром во взрослой жизни? Во взрослом возрасте, если нет физического изъяна, есть социальное какое-то принятие и непринятие. А у такого комплекса есть уже гиперкомпенсация его. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 26 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Ксения Дубинина.